не думать о тебе невозможно. Проще вытащить сердце, оформировать душу. Как не думать о тебе невозможно. Удиви меня своей откровенностью. Мне понравится твой настоящий. Привет, мои хорошие, всем огромный пламя итальянский чао. Поднимаю себе настроение, как могу. Как вы видели, меня вчера уставшие, не выспавшиеся. Ну, сегодня я вроде как выспалась, но все равно настроение так себе. Вот недавно, кстати, мне написала одна подписчица, что вроде бы как я хорошею, но глаза грустные, печальные, или как там можно сказать, прям в точку. Так, это я на себя, ну, я, конечно, стараюсь жить на позитиве, и благодаря своему позитивному настрою, какая у меня маска, благодаря своему позитивному настрою, благодаря Ютубу, благодаря вам, подписчикам, я держусь, можно так сказать. Я не просто плаваю на плаву, как говорится, я что-то доменяю. Меняюсь, сама меняюсь и свою жизнь меняю. Вот я показывала, что я позавчера купила вот такую вот масочку двойную, вот одну я уже использовала, половинку, и буду сейчас ждать минут 25-30. Тут пишут, что 1-2 раза в неделю можно использовать эту маску, эта маска антистрессовая, как раз для меня. Вот, биоолью, орган, биоолью, вера и все такое. Вот. И, ну, я так подумала, что я лучше один раз буду использовать эту маску в неделю, потому что у меня есть еще «Мертвое море» от Bottega Verdi. Это фирма Bottega Verdi в Италии. Там все сделано на натуральных основах. Вот. Так что так вот, попеременно буду делать эти масочки. Ладненько, я жду минут 25-30, потом буду смываться. И крематься. Буду наносить крем на лицо. Так, все, я свеженькая, красивенькая после масочки новенькой. У нас они, конечно, уже после обеда, где-то почти 2 часа мы едем. У нас тур по магазинам. Мы едем в Катюшино село. Представляете, Катюша уехала со своего села, они поехали гулять в Верчели, а мы едем в ее село по магазинам. У них там 2 больших хороших магазина. Мы посмотрим как раз вот этот химический халат для Никиты, для Никитиного урока химии. И погуляем там, тоже должны уже все это выложить, все товары для Рождества, для Нового года. Так что будет красиво, наверное. Вообще, поехали с нами. Как видите, снова одела свое пальтишко новое и синий такой свитерок. И у меня джинсы голубые и тоже коричневые кожаные сапоги. Так что, в общем, я сегодня, можно сказать, стиляга. Ну, поехали с нами, прогуляемся. Так, мы скоро уже приедем. Мы уже практически вот там вот дома виднеются. Это уже Катино село. Какие там красивые горы альпийские. Сколько много снега выпало. Красота. Погода у нас более-менее нормальная. Вроде как облачная, но не холодная. 17 градусов. Должны, обещали, конечно, дожди. Но пока дождей нет. Ну и, в принципе, хорошо, что дождей нет. Видны даже далекие Альпы, там, где Австрия, Германия, границы. Далеко даже видны горы. Приехали. Собачка такая хорошенькая. Наверное, пуделечек. Какое счастье, когда в машине вот тебя ждет такое чудо. Или дома. Ничего, у меня тоже будет собака. Ну, посмотри на меня. Ну, поверни голову, мордашку твою красивую. Ну, давай. Ой, какая ты хорошенькая. Вот такой вот огромнейший. Цвет как будто Икея, но это не Икея. Респермионе. А мы туда. Дамарино и Респермионе. Тут аж 3 супермаркета больших. Сейчас пойдем посмотрим, что там продают. Такое вкусненькое. Тут, когда мы будем уходить, тут и с кремом, и с ампулой есть. Вы Одесса? Ну, а ее допо. Там вот такие вот лепешечки вкусные. И вот такие вот чанрелла. Смотрела с заварным кремом. Вкуснятина. Я пока не хочу.
Вот сейчас ее обжариваю. Скатали такую лепешечку и обжарю ее в масле, потом в сахаре засыпают сахаром. А можно еще и нутеллу намазать. Ну, может, говорит, он традиционный, очень нормальный. Вот, мы попали в лес, в новогоднюю рождественскую сказку. Ой, какая прелесть. Я, наверное, не буду комментировать, будем наблюдать и наслаждаться. Ты хорошенький, пёсик гуляет. Смотрите, какие лапы у него. Видите, он родился с такой лапой, которая направо развернута. Боже, какой мягкий морды, да? Какой мягенький вообще, прелесть.
Обычно я не покупаю вот эти чембелы, я сама их не ем. Но не выдержала все-таки. Взяли Никите с нутеллой и мне с кремом вот таким заварным вкуснятина. Я так думаю, все, не съем. Половинку и остальное отдам мужу. Я ж худею, елки-палки. Мы уже в другой рай попали. О, шикарнейшей кухней. Я уже говорила, что я мечтаю иметь такую большую кухню, чтобы такой стол был с такими ящиками. Шикарная кухня. Или та черно-белая тоже шикарная. Ну и цена, конечно, тоже шикарная. Что было? Прогулялись, едем домой, а у нас в Луна-парке уже включили всякие лампочки красивые. А, нон тутти, Костя, нон тутти. Что там тут? Смотрите, там Луна-парк. Сколько там огонечков. Еще немножко поднимем себе настроение этими огнями.